Всем приветики, это Вадим Бёрн. Сегодня я буду обозревать игрушку APB Reloaded. Она создана на движке Unreal. Мы можем играть как за силовика, так и криминал. Всего лишь две фракции представлены в этой игрушке. Игрушка в раннем доступе. Ее можно скачать без проблем, посмотреть, что за она. Ну, как видите, силовики могут патрулировать улицы, нападайте на звезд криминального мира, написано, проводите расследование. То вот такой аресты можно делать. Так, можно пройтись по настройкам, я думаю, так. Ну, а криминал, сами понимаете, грабьте, убивайте и все такое. Вот, команда, так. Достаточно очень много настроек, на паузе можете посмотреть, что здесь можно настроить. Это такая ПК-версия, по виду. Очень много настроек под любителя вообще этого жанра. Каждый найдет для себя какие-то любимые настройки. Так, в принципе, я вот читаю, здесь все как бы стандартное, ничего такого из ряда вон выходящего. Так. А вот само управление, настройки контроллера, за что какие клавиши отвечают. Ну, вы знаете, это очень прямой клон GTA-шки. Тот, кто смотрит мой канал, для него не секрет, что GTA для меня очень любимая игра. Вот, стилистика моего значка Вадим Бёрн тоже в стиле GTA-шки. Поэтому я буду очень пристально и ревностно относиться ко всяким таким вот клонам GTA. Ну, если они классно сделаны, если у них хотя бы есть классный сюжет, какая-то изюминка может быть, то почему бы нет, пускай существует. О, новый ролик посмотрим, давайте. We know it's rough out there, so you'll be licensed for the full use of force. Lethal or non-lethal. The choice is yours. You can operate however suits you best, working with contacts on the street, or dealing with criminals your own way, wherever and however you see them breaking the law. As an enforcer, performance is everything. Be careful, though. We're here to make the streets safer for decent people, not more dangerous. And don't forget, organizations like the Praetorians and the Prentice Tigers make useful allies. Their street-side operatives provide support and supplies to friends and associates. Getting to know these contacts may be the key to surviving as an enforcer. CSA licensed enforcers. Doing something today to ensure a safer San Paro tomorrow. Так, ну вот такой вот роличек мы посмотрели, нам много чего интересного рассказали. Ну, я, конечно, хочу за силовика, но ух ты, ему негр. Хм. Женский, мужской пол, можно случайно, можно выбрать волосы, лицо, глаза, кожа, косметика, шрамы всякие, вены, морщины. Ну, что я могу сказать по данному поводу? Действительно, можно и игрока и подобрать именно под себя, такого же телосложения примерного, да, чтобы внешность совпадала с тем, кто сидит и им же управляет. Даже пигментацию можно как-то выделить туда-сюда. Ну, что я могу сказать по этому поводу? В данный момент игрушка, в принципе, неплохо смотрится. Напомнила она мне The Sims, конечно, в данный момент. Но почему бы и нет? Если это народ хавает, то почему бы и нет, правильно? Сломается то, переключится на другое, там еще что-нибудь. Ну, эти веревки все... Может, достанутся как-то с других игр еще что-то. Здесь можно и кожу, и морщины, и косметику, растительность выбрать. Как видите, очень большой вариант. Вес. Да, интересно, конечно. Да, что-то я тут залип. Залип я, конечно, с настройками, вес, рост.
Так, ну что у нас есть? Друзья, вот такого вот мы качка сделали нашего персонажа. Волосатый, правда, как абориген, но ничего. Мы сейчас на втором шаге находимся. Настройка персонажа. Вот, не обращайтесь на его трюфеля. В этой игрушке есть одежда, амуниция для бандитов, для копов. Так что, ну, я думаю, проблем здесь не составит. Но цвет глаз, конечно, дофига разных глаз. Ну да. Ну, как видите, здесь можно установить размер рта, элементы губ, кончики низ поджатые, прямые. Поэтому, если хотите поиграться типа в The Sims первые 5 минут в начале карьеры своей в этой игрушке, то милости просим, прям почувствуйте, что в The Sims играете. Так, ребятки, нам осталось за малым сделать ему еще прическу, и можно этого белого афроамериканца выпускать на улицу. Блин, здесь дофига причесок, как видите. Есть, которые смешно выглядят, есть, которые нормально. Наверное, вот так вот оставим волосы. Так, что у нас тут еще есть, интересно? Растительность, волосы. Дать персонажу имя и выбрать сервер. Ну хорошо, дадим персонажу имя. Назовем его Вади. Вы, наверное, уже догадались. Берн. Вот так. Некорректное имя.
Будем думать. Подберем сейчас методом научного тыка, чтобы все правильно заработало. Так, вот мы создали имя. Началось подключение к серверу. Сейчас посмотрим, где мы, что мы появимся. Блин, ребятки, все, конечно, хорошо, я понимаю, что сервер грузится, все такое, и игрушка тут недавно, как бы, как начали ее все качать. Не могу сервера подтормаживать, ток, стоп, вот, ну, наконец-то уже загрузились, наверное, такая карта, это карта. Добро пожаловать. Ну, понятно, что добро пожаловать. Так, выполнен. Так, это обучение у нас идет. Так, а вот и мы. Стандартная копировка, одежда, я смотрю. Так, блин, что ж игрушка так тормозит-то все, а? Движок Unreal, ребята, повторяю. Так, ну что, как видите, мы можем стрелять. Не знаю, насколько я дамажу их, наношу ли я урон, я что-то как-то не веду в это дело. Мне кажется, я ему ни хрена не наношу урона. О, тихо, меня не бил, чувак. Так, ну что, друзья, не скажу, что машина лицензионная. Насколько они лицензионные? Ой, ребятки, как игрушка подтормаживает, да? Ну, можно бегать, конечно. Тупо мы бежим. Налево-направо переключаться, брать оружие влево-правую. С левой-правой стороны смотреть, да, вот так вот можно. Ну, блин, конечно, это все удобно, ребятки, но почему такая хреновая графика? Ну и что, мы поедем сегодня или как? Бляха, ну салоны, они стоят тут. Ой-ой-ой, тихо, чувак, сови нафиг. Так, ну вот такой вот город нам открывается, ребятки. Графика, конечно, ужасная, скажем так. Unreal движок, он, конечно, тащит, но, блин, он уже настолько морально устарел, мне кажется. Для Sony 3 это все хреново видно. Ну, не очень красиво.
Да, вот давайте немножко поездим, посмотрим город, машины. Так, а это что за фигня? Я не знаю, может от уровня, потому что у меня еще обучение не прошло или что, но я, как видите, я его не убиваю. Я стреляю, но мы друг друга в упор убить не можем. Блин, да отвали от меня, чувак, мы все равно друг друга убить не можем. У меня же патроны закончились. На пистолет хрен поймаешь. Походу он уже понял, что он меня убить не может. Так, ну что мы можем? Перезарядиться туда-сюда. Карта, конечно, не обширная, сразу скажу. Я думаю, будет как-то побольше. Хотя половина GTA, блин, смысл начинать это все дело. Да, я поехал, называется. Еду, еду. Ну как он, ребята, аккуратно на джипе. Ему, походу, вообще ни по чем. Так, трава, что. О, ясно. Лестница ударился. Ух ты, нифига себе эта тачка прыгает. Ну не скажу, конечно, что мир умер, вымер. Да, блядь, по-моему, я ничего не могу поделать с этим. Да. Давайте еще немножко прокатимся. Слушайте, физика машины, конечно, не такая прям ужасная, но что-то Watch Dogs 1 напоминает по управлению. Может, чуток лучше, но такая же хрень. Как видите, можно тут дрифтить, люди бегают. Бум да бум. Ух ты. А тут что у нас? Да, местное лобби здания. Так, и что мне это дало? Ух ты, ржет, я не понимаю. Блин, походу весь народ собрался сюда. Я так понял, здесь можно боеприпасы, бля, покупать. Что ж так тормозит игрушка-то, а? Сервер, ты меня вообще удивляешь. Проапгрейдиться, закупиться можно. Так, ну эта машинка интересная достаточно. Блин, ты такой. Да, конечно, ребятки, как видите, здесь я мало чем и помогу. Ну, разрушаемость есть, конечно, но минимальная. Если бы мы ударились в этот столб в GTA-шке, то, конечно, последствия было гораздо больше и для персонажа, так и для машины. Побегаем немножко в этой серии с вами, пока наебим здесь, скажем так. И не пострадаем, короче. Посмотрим, что за игрушка, что за графон. Вот эта машинка, конечно, шустрая, сразу вам говорю. По управлению тоже неплохая. Блин, конечно, у него врезается очень смешно. Прям пук и откатывается.
Так, ну что, ну проедем или мы уже зафейлили данную серию? Так, давайте мы это все дело объедем. Да, судьба, короче. И... То есть он, видите, сам не цепляется за ограду, он просто тупо, если может, то перепрыгивает ногами, себя как кузнечик. Ну, еще народу сколько до хрена. Виолетта Прентис. Биография написана, награды. Награды, наверное, я у нее получу, если что, буду выполнять. Пока у меня сезонной. Так, это наш будет, наверное, сезонной на протяжении всей игры. А точнее, сколько мы будем в онлайне сидеть играться, сколько нам будет помогать и помогать, и мы будем приходить заново, и она будет сидеть, предлагать нам сыграть. Так. Ну, как видите, можно много чего купить, боеприпасов, оружие. В то же время игрушка очень глючная. Видите, ну, вы, наверное, замечаете, у вас будет видно подтормаживание, которое я как бы бегу, и она так дергает это все. Ой, изображение и звук немножко так дергает. Ну, смотрите, как FPS и падают. Такое чувство, что оптимизация была, но явно запоздала на лет 5. Так, отлично, а тебе GTA. Да не, ну как же тут проехаться? Давайте в участок. Вот так. Вот это парковка. Да, друзья, начинаем тестить игрушку. Что за фигня будем смотреть? Так. Человека убили, ничего не выпало, машину можно взорвать. Слушайте, во, классно стрелять друг друга и не убивать. То ли я должен пройти обучающую миссию, чтобы у меня была появилась возможность расстрелять всех, то ли что, потому что в данный момент, как видите, мы друг друга пуляем. Кроме как дырок на машине, я нигде не видел. Мать твою, что это было? Это машины так взорвались резко? Или гранату кто-то бросил? Пиздец. Других слов нет. Плиточка черная. Серые стены. Ну, дырки, конечно, делаются в стенах. Чувак, тебе вообще, походу, наверное, пофиг, да? Стекла не побились. Бронированное видно. Вот НПК, которая просто выходит, видите, мы можем завалить. Вот вам проверочка. А те, которые такие же, как и мы, люди с офлайна сюда заглянули, то получается, что пули на нас не действуют, как странно. Да, ребята, ну вот так вот немножко можно потыркаться. В этой игрушке нашли мы типа Волгу. О, Вадим Дёрн зажигает, а? Давай, как думаю. Ха-ха-ха, получил. Перевернули его несколько раз. Коробчонку эту маленькую. Ну, как видите, машина, конечно, бьется. Ой, надо выходить. Машина, конечно, бьется, но особо визуально на этом не сказывается.
Никак не визуально, не так. Еще бабах. Блин, слушайте, еще пистолет разглядывает. Так, ну что, машины догорели? О, еще чел какой-то. Ну что? Как вам игрушка, ребятки? Как вам графика? Вот так вот мы перестреливаемся. Кому интересно, можете установить данную игрушку. Ничего там сложного. Установите игру. Установите игру, да просто там скачать, она не так уж и много весит. Но зачем, если есть GTA 5 онлайн? Да, слушайте, классно друг друга стрелять, нифига ничего не действует. Ну и вообще с другой как пришел. Ага, да, давай убей меня. Хрен у вас что получится. Метрополитен написано, вот так вот. Ну что, друзья, вот такой вот обзорчик подошел. Хотите в нее поиграйте, скачайте. Я же думаю, пока она очень сырая и не стоит того. Спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья!